Согласно комплексному плану развития Республики Абхазия, в двух детских садиках поселка Бзыпта ведется капитальный ремонт. О том, на какой стадии эти работы, в материале наших корреспондентов. К капитальному ремонту детского садика, расположенного в квартальном микрорайоне Аспа, приступили в августе текущего года. Двухэтажное здание детского сада рассчитано на 120 мест. На данный момент выполнено 70% общестроительных работ. Бригада строителей уже приступила к отделочным работам. Параллельно ведется капитальный ремонт еще одного детского сада, расположенного в районе совхоза Калинина. Ремонтные работы ведет общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис Гагра». Поселок Бзыпхаяспа, Хахитрогана, садик, Хазжу, Ахов, Узко, Хрулга, Шахрулган, Шихракве, Шракве, Харжуб, Апол, Актера, Ежуб, Ялгар, Ирыцкин, Дулцу Ялагод, группа Цепхезвада, Цепхеза, и Аматарка, и Нахаргилова, Ирхуины и копи аргот аналгала геймергора алагот. Март, май, онз, из Хакуаза Уску Хрул год, нас Айчкара алагот, иншту, лака, ну, что пол, рецки туби, отздуб, август за объект атрезы, хахуехот. Для строительства детских садиков используются высококачественные материалы. К примеру, кафель был специально завезен из Испании. В обязательном порядке предусмотрены насосные агрегаты, автономные водные резервуары и дизельные генераторы. В благоустройстве территории детских садиков используется малая архитектурная форма.